Открыть свою парикмахерскую благодаря социальному контракту. Так поступила жительница Ульяновска Евгения Чухловина. И не прогадала. Чтобы овладеть парикмахерским искусством, женщина прошла специальные курсы. Начала работать. На открытие своего дела собственных средств не хватало. Я по образованию бухгалтер, поэтому написать бизнес-план – это очень было легко. Абсолютно. Он занимал ровно 2 странички. В нем было подробно описано, что мне нужно и сколько на это нужно, когда мне это оправдается. Между контрактами прошел всего год. Однако за это время среди друзей и знакомых Евгении прочно установилось мнение о ней, как о хорошем мастере. Поэтому после открытия набрать клиентскую базу не составило труда. Работники соцзащиты, тем не менее, уверяют, от вас нужна прежде всего идея. Бизнес-план составить вам помогут. Мы помогаем им составить бизнес-план, где-то подсказываем, где-то рассказываем опыт других уже, кто получил социальный контракт. Значит, в 2019 году у нас было 4 социальных контракта, один из них на развитие личного подсобного хозяйства и 3 контракта на индивидуальную предпринимательскую деятельность, одной из которых вот была Евгения Арнольдовна. В этом году в Засвияжье заключено уже 7 соцконтрактов, еще 3 находятся в стадии подготовки. В их числе и клининг, и ремонт, и заточка инструментов. Соцзащита уверяет, придумайте себе доходное и любимое дело, а за государством дело не станет, вам помогут в любых организационных вопросах и составлении плана действий. Павел Половов, Владимир Куликов, новости Улправды ТВ.